Скажи мне, пожалуйста, кто ты такой? Кто такой Петрушка? Я не понимаю. Стоять на месте, я тебе сказал, куда ты ходишь? Космонавтик, отменись, я здесь. Я здесь напрослежу. Хавишу, вот, я хавишу. Телефон в каком кармане у тебя находится? Телефон? Да, телефон, где у тебя? Есть у тебя телефон? Конечно, есть. В каком кармане он? Да я не помню. Лицом ко мне стань быстро. Игнорой. Что пропишешь? Подождите, по-братски. Карла, дел да, ты свободный, свободный, брат. Зеленый. Уйди, шабор бушен. Это, отобрать надо. И цунгар, а я там, ты халуах, ты видишь, там. Да, да, типа, О, хорош. Беличука. Тобби? Два админа стоят там. Да я подтверждаю. Мусульман, открыли карту. Сейчас я из указанного места быстро достану телефон. Трай, отыграешь, это сама. А затем... Ты забивалась, эту. Так, это что за дешманский у тебя телефон, скажи мне, по-братски. А зачем ты его взял? А зачем, подожди, а зачем он тебе нужен сейчас? Это моя вещь. Я знаю, что это твоя вещь, но я имею право его сейчас у тебя взять. Или ты чем-то недоволен, а? Тебе твой телефон нужен или твоя жизнь дорогая? Тебе понравится, если твой телефон возьмут? Ну, и у меня никто здесь не возьмет. В этом штате у нас никто здесь не возьмет. Мы только можем отбирать что-то. Подожди. Сейчас я твой телефон выброшу вон туда, потом как только мы тебя отпустим, если мы тебя отпустим, тогда уже заберешь его. Дальше надо вести его. Сейчас я ломаю руки, поведу человека с собой. Сейчас я резким движением руки один выброшу телефон. А то он же геолокацию скинул. Потом сейчас ведем его, ведем его. Сейчас открою заднюю дверь, после чего посажу человека напротив, пристегну ремень безопасности и закрою дверь. Все, дальше ведем его, граф, дальше ведем его. Все, дальше ведем его. Садись. Наверх.